Всем салют, сегодня у нас уже 20 число, поднялись на 14, сегодня я на 14, спускаюсь я и на своем велосипеде, сегодня у нас на тесте Transition TR 500, кому интересен, могу сделать на него подробный обзор, посмотрим как он едет, но вообще спешу наперед, велик классный, особенно для вот этой трассы, для 14, просто парковая зона, 26 колесах, 26 просто идеально сюда подходят, пружина фоксовая, мягкая, очень классная, идеально для прогрессии, вилка, босс, работает тоже классненько. Я вышел в интернет с таким вопросом. Виды, конечно, у нас, как всегда, пушечные, но погодка дает о себе знать, что, может быть, сегодня будет хороший ливень, туманчик такой. Ну, посмотрим. Сейчас мы поедем вниз, откроем трассу. Смотрим все вместе. Ну что, полетели. Первый спуск с перерывом на 5 дней. Я уже не катался 5 дней. Так скажем, сегодня 6-й день, когда уже распечатаем свое некатание. Конечно, не на своем велике. Ух, мокренько. Ого! Доволі таки мокренько. Але тримав хороший вроде. Да і велик класний, транзишн. Под мой рост. Ідеальний велосипед. Резина вроде не замилюється, нормально все. Опа! Какой ништяк. Типа рвется, как думаете? Было бы эпично, если бы он бы телепался за мной. Типа где-то на ручке. Вот так вот. Вот так вот? Что, поехали. О! Снесло переднее. На кости, но надо быть осторожно. Это маленький размер. По сравнению с Меридой, база очень сильно отличается. А особенно на 26-х колесах. Так, немножко расскажу, собственно, про эту раму. Ход подвески у нее регулируемый, 180 или 203 мм. Отбойники интегрированы в раму. Внутренняя проводка. В данный момент на этом байке 26 колеса, но также можно поставить 27. Есть возможность изменения длины перьев с 430 на 442 мм. Угол рулевой и каретки также изменяемы. Нереальная ДХ-карета. То, как инженеры постарались над геометрией и как все подделано в деталях, сварочный швы. Это просто шедевр. Безумно понравился мне этот байк. То, какой он верткий, нереально удобный. Особенно под мой рост, как у меня Мерида была элька. Но было так себе. Ладно, если подседельная палка была более-менее нормальная, так этот 4 не трубу сделали высоким под рост. Такие, как вы, всякие высокие великанчики. Тут смотрите меня, великанчики. Знаю, есть такие люди двухметровые. Ну и, конечно же, вы спросите у меня, купил бы я себе такой байк? Думаю, что да. И еще как бы. Но для начала бы я бы на него поставил бы однокоронную вилку, чтобы можно крутить было бурштыны. Так, а теперь, что же по геометрии? Однорычажная подвеска. База байка 1180 см. Рич 390. Угол рулевой 63 градуса. Перья 442. Каретка минус 4. Сплав алюминия 661. Переходим дальше к тест-драйву. Второй спуск, наверное, спустим по эндуро трассе. Все-таки сделать два спуска. Один по 14 был. Сейчас сделаем по эндуро. Так скажем, небольшое открытие перед ее открытием. Там может быть хотя бы не так грязно, болотисто, как здесь. Ну и скользко, конечно. Залетаем в первый поворот, а на втором выезжаем на него. Это другой выезд на эндуро трассу. Ух! О, класс! Вот и корень, которого я не ожидал. А корни-то мокрые, так что нужно быть поаккуратнее. Или хотя бы разгружать переднюю ось и загружать заднюю. Ух, бля. Узенько здесь, конечно. Эндуро. Перенеслись снова на 14-ю трассу и залетаем в врывательный поворот. Ух!
Так, тут надо быть поосторожным. Поворот может быть скользким, но нормально. Транзишн кайф, конечно, но к нему нужно привыкнуть. Полянку. Так, тут жесткий дренаж. Переезжаем его и все. Здесь уже у нас более-менее нормальная тропинка без дренажей. Есть местами камни. Здесь притормаживаем. Попадаем на старую траекторию чемпионата Украины, который ведет на дроп. Но там в резкий поворот на 90. Входим в этот поворот. Растяжечку, ниндзя. Полочка. Выехали наверх. Да, если кому-то вдруг надоело ехать по эндуро, вы можете выехать налево обратно на 14-ю. Ну или продолжить ваш спуск по эндуро. Ух ты ж, блядь! Что ж так опасно? А опасно, потому что не раскатался и не привык еще к этому байку. База в разы меньше, чем на моем. Мокрые корни, это прям вообще. Ух, блядь! Зря ногу выставил. Ногу не выставлял, все было отлично. Не снесло. Тут надо выкручивать наверх, но мне впадло. Выйдем пешочком. Покатал я на транзишене и понял, что 26-е вниз такое. Не знаю, на корнях я почувствовал, вот, даже вы видите, что разбрасывает как-то намного сильнее. Или это может так подвеска настроена, или это колеса накачаны. Не знаю, конечно, велик не мой, к нему, наверное, надо привыкнуть, а потом уже говорить. И не один спуск сделать, а пару. Но я до этого на нем катался, ну прикольно, он верткий, короткий. Ну типа размер играет роль очень сильно. ДХ-шный байк тоже играет роль, типа хода чувствуется неимоверно. Но вот проблема в том, что по колеса вроде бы с одной стороны 26-е, это тема. Потому что 26-е в полете, олдскул, все дела, они крепче намного. Но вниз, конечно, едут они с натяжечкой. Если поставить, конечно, 27.5 наперед, может быть что-то изменится, но это не точно. Начнем наш тест транзишена. Осталось 8 минут на карточке, но это не проблема, посмотрим, как он едет. Едем мы по Редмамбе после дождя. И это еще хорошо, что они не посреди трассы. Это здесь норма. Еще можно турика на трассе прицепить. По ощущениям, что 26 колеса. То, что 26 колеса не так хорошо подходят для участков с корнями. Для такого трейла необходимо бы 27, ну или базу подлиннее. Вуу, а теперь залетаем на последний отрезок эндуро трассы, где нас ждет безумный спуск. Подставу, может, дыку зарубить? Воу!
Ух, тут уже где-то полтинник наваливаем. Очень резкий и фановый байк. Идеальная ДХ-машина. И последний спецучасток в середине трассы Red Mamba. Несемся по старому лыжному спуску где-то 60 и залетаем в лесок. Сразу же на дропчик с корня и дальше идет серия поворотов. После чего попадаем на узкий участок с корнями, где бы моя база на 27-х катках более устойчиво контролировалась. А так размер просто идеальный, созданный под мой рост. Чуть ли не размотало в повороте на мокром корне. Мы и напоследок улетаем с леса на 2R и несемся в сторону шоу-дропа. Немножко вжухнул в поворотике. И на этом видео подходит к концу. Не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписываться на канал. До свидания!